времени суток. Всем, меня зовут Кейдж, это программа Sound Inside Out. В этом выпуске я подготовил для вас 3 композиции, 1 новость и 1 вопрос. Начну с новости. Состоится мероприятие в городе Новокузнецке в ночь с 16 на 17 декабря. Будет проходить оно с 10 часов вечера и вплоть до утра. Мероприятие называется Staff Party. Happy New Year. Проходить оно будет по улице DOS 25/1, 19-й бокс. Билет стоит всего 50 рублей. Это небывалые расценки на самом деле. То есть это считай даром. То есть эта сумма, видимо, пойдет на покрытие всех расходов, которые были по ходу организации данного праздника. А теперь вопрос. Вопрос в следующем. Господа, дамы и господа, все, кто смотрит Sound Inside Out время от времени или постоянно, у меня есть к вам очень серьезный вопрос. Передо мной встала дилемма. Я не знаю, какую сторону занять, поэтому необходимо принять решение. Сделать ставку на регулярность выходов этой программы за счет уменьшения хронометража и, возможно, понижения качества видео. Либо сделать выпуски нерегулярными, зато более обширными, и не исключено, что вырастет качество видео, подача, возможно, будут какие-нибудь интересные фактики, возможно, конкурсы, кто меня знает, что мне в голову взбредет. Вопрос стоит таким образом по той причине, что я не справляюсь, как вы заметили, с регулярностью выпуска видео. Потому что мне хочется всего и сразу, мне хочется сделать видео качественным, и чтобы оно выходило регулярно. Но я не справляюсь, как вы могли заметить. Поэтому мне необходимо знать ваше мнение. И чего будет больше, за первый вариант или за второй, так в итоге я и постараюсь поступить. Ну что ж. Для тех, кто больше слушал задник, фоновое заполнение, я сообщаю, что это Евгений, также известный как Proxus, Great Dark Spot. Композиция в жанре Ambient или Dark Ambient. Она сама по себе довольно темная, каковой ей и нужно быть. И она прекрасна. Чувствуете, как она создала такую атмосферу напряженности? Что я говорю о сете, что я говорю о выборе. Сразу такое напряжение, да? Ну, к слову, композиция потрясающая. Ее можно слушать как фоном, так и вдумываясь в каждый звук. И она относительно короткая для эмбиента, но это не мешает ей быть прекрасной в своем роде. Далее композиция от Early Mill. Dark Light. Experimental Dark Ambient. Early Mill также известен как Алекс из города Пермь. И это восхитительная интерпретация саундтрека к фильму ужасов. Вслушайтесь в каждый звук. Вещь на самом деле довольно темная и жутковатая. Можно представить, как под этот саунд на экране происходит что-то неистовое, очень жестокое, пугающее, шокирующее, а возможно даже и бесчеловечное, а возможно даже и не на экране. Великолепная работа и сведение, и мастеринг, и мелодия, и, ну, как мелодия, ощущение, которое вызвано этим сочетанием звуков длинных и жутких. Низкий поклон Алексу из Перми.
финальной точкой этого выпуска будет мой фаворит в жанре Goa Trance от Astronobios, трек Cosmic Dust. Astronobios также известен как Алексей Павлов из города Красноярск, и он записал великолепную вещицу на стыке жанров Goa Trance и Psytrance. Она очень канонична, она держит, она ритмична, она прекрасна, и она заставляет двигаться, в общем-то, это в какой-то степени цель транса, заставить весь организм слиться воедино с ритмом композиции, и в своем духе Алексею это удалось. Вещь действительно стоящая, рекомендую всем. Позитивной ноте я и закончу выпуск программы Sound Inside Out. Увидимся через некоторое время. Надеюсь, к тому времени, как я решу сделать очередной выпуск, вы определитесь с выбором, какой же результат вам предпочтительнее получить. Либо регулярность выпусков, либо качество. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайк. Нет, наоборот. Ставьте лайк, подписывайтесь. А какая разница? В общем, я жду вас в следующем выпуске программы Sound Inside Out, в котором, возможно, вы услышите композицию, которую давным-давно искали, но ее еще не существовало. До новых встреч, ребятки.